Церковь как локация для шпионов. Немецкие СМИ утверждают, что федеральное разведывательное ведомство этой страны использовало для слежки колокольни крупнейшего собора Мюнхена. Все подробности этой детективной истории выясняла Татьяна Лагунова. Следили с Божьей помощью. Немецкие спецслужбы использовали в служебных целях, то есть для шпионажа, весьма необычный объект. А именно одну из самых красивых и известных церквей Германии. Эту информацию опубликовал сегодня влиятельный еженедельник «Шпигель». Журналисты утверждают, об этом им рассказали бывшие разведчики. Собор Пресвятой Девы Марии в обиходе просто Фрауенкирхе. Это самое высокое здание в Мюнхене, крупнейший кафедральный собор города, да и вообще туристическая визитка Баварии. Но до сегодня мало кто знал, шедевр готической архитектуры использовали и немецкие спецслужбы. Для слежки за иностранными дипломатами и связи со штаб-квартирой Федерального разведуправления, которая находилась под Мюнхеном. Дело было еще во время раздела Германии на восточную и западную. И якобы тогда на колокольнях храма установили специальное устройство, которое позволяли принимать и получать информацию. Какие данные удалось собрать с помощью этого оборудования, издание не уточняет, как, впрочем, и не сообщает, убрали ли передатчики после объединения страны. Журналисты отправили запрос в архиепископство Мюнхена с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ пришел туманный. Дескать, в северной колокольне собора действительно находятся разные технические устройства, и принадлежат они разным организациям. Правда, каким именно, представители церкви почему-то не уточнили. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».